Занять или одолжить? Сегодня я забыла взять в школу линейку, а на математике без нее никак. Но моя подруга заняла мне свою линейку. Я смогла выполнить все задания. Я рада, что ты справилась с математикой. А теперь давай разбираться с русским языком и исправлять ошибку. А что же я сказала неправильно? Подруга линейку не заняла, а одолжила. Интересно, в чем разница? Когда мы что-то занимаем, мы берем. А когда одалживаем, даем. То есть подруга линейку мне одолжила? Да, одолжить – это дать на время. Понятно. А занять – это взять на время. Взрослые эти слова употребляют, когда обсуждают деньги. Но при этом они тоже часто ошибаются. Запомните, нельзя сказать «займи мне 10 рублей». Нужно говорить «одолжи мне 10 рублей». Кстати, в слове «одолжить» тоже часто делают ошибку. Пишут его с буквой «Т». «Одолжить». А это неправильно. Правильно писать. Вот так. Теперь мы будем финансово грамотными. И не только финансово. Мы будем грамотными во всех смыслах.